отстаивать ту или иную точку зрения, они могут мгновенно поменять ее на противоположную, если почувствуют, что их аргументация иссякла. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Обычно носителю этого имени удается реализовать задуманное благодаря своему терпению, трудолюбию и выдержке. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Взаимное влияние планет Солнца и Урана дает склонность к бунтарству, восстанием против устоявшегося порядка вещей. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.